Всем привет и спасибо, что вернулись в криптовселенную. Сегодня мы с вами поговорим о социальном риске. Друзья, если вам нравится этот контент, подпишитесь на канал и поставьте видео лайк. А также посмотрите распродажу премиум подписки Into the Cryptoverse на сайте intothecryptoverse.com. Ссылка в описании под видео. Распродажа идет до конца месяца, поэтому зафиксируйте свою скидку до того момента, пока не отмените подписку. Итак, поехали. За последние несколько месяцев мы с вами обсуждали тему социального риска на нашем канале. Но я хочу вам сообщить об этом новости. Если вы не знакомы с этой темой, то социальный риск содержит в себе пять различных социальных показателей. К ним относятся новые подписчики, к YouTube-каналам, посвященным крипто, просмотры крипто-YouTube-каналов, новые подписчики на крипто-аналитиков на Твиттере, новые подписчики на каналы бирж на Твиттере и новые подписчики блокчейнов первого уровня на Твиттере. И вся идея заключается в том, чтобы нам попробовать понять, поступают ли новые участники в криптопространство, или же они из криптопространства выходят. Неделю или две назад, как вы, друзья, наверное, помните, некоторые предрекали альт-сезон. И одна из вещей, которую я сказал, звучала так, знаете, не похоже на это, судя по показателям в социальных медиа. Но это не значит, что альткоины не могут расти, хотя бы немного, это ведь естественная волатильность. Но идея увидеть альт-сезон, когда люди когда люди активно покидают криптопространство с завидным постоянством, как бы намекает нам совершенно об обратном. И с учетом сказанного, вы можете сами посмотреть на топ-3 альткоинов, которые суммарно составляли недавно более 400 миллиардов долларов, а сейчас снова откатились на отметку ниже 380. И одна из вещей, которую я хочу объяснить перед тем, как мы уйдем далеко по этой теме, это частый вопрос, который я получаю. Не нужно ли нам предполагать все большее количество в базе людей, которые переходят от цикла к циклу? И мы должны, потому что вся идея все большего распространения крипта ведет к его росту. И вот почему в серии видео Красота математики мы это учитываем в нашей логарифмической трендовой кривой. Но от одного цикла к другому, несмотря на то, что люди все-таки могут уходить, нам следует использовать все большую базу людей так как много людей приходят в криптопространство во время пика, затем уходят во время медвежьих рынков и во время периода восстановления. Но некоторые остаются, потому что им нравится происходящее, плюс они смотрят на историю, по крайней мере, видя временные падения в цене, и с этим смотрят вперед. Вот они и становятся базой, а затем мы рано или поздно приходим к следующему обычному рынку, и к нам приходит новая группа туристов. И все повторяется. В итоге наша база постепенно растет. И вы должны знать, что социальный риск это учитывает. Является ли он для этого идеальным средством? Скорее нет. У нас не так много данных, но, по крайней мере, этот метод обеспечивает целостность идеи о том, что мы увидим рост подписчиков и рост просмотров за более долгое время. И на это можно посмотреть так. Когда я открыл этот канал в 2019-м, мне потребовалось 6 месяцев для достижения 500 подписчиков. Я знаю, сейчас у меня, конечно, больше подписчиков, но в то время мне потребовалось 6 месяцев, чтобы подняться с нуля до 500 подписчиков. И, кстати, если вы сейчас откроете YouTube-канал, и у вас будут проблемы с привлечением, просто продолжайте, не закрывайте его. И в конечном итоге, я думаю, вы будете рады тому, что вы это сделали. Да, эти фазы проходят тяжело. Но зрители, которые смотрят ваш канал и понимают, что вы предоставляете значимый контент, будут вам за это признательны. И благодарны, зная, что вы это делаете, даже не имея большого количества подписчиков. Поэтому сегодня, возвращаясь в то время, мне потребовалось 6 месяцев для получения плюс 500 подписчиков. Но предполагаем ли мы, что на это всегда будет уходить столько времени и имея большую базу? количество подписчиков, как и у многих ютуберов. Нет, вы предполагаете увеличение скорости притока подписчиков, то есть увеличение его со временем. И многие люди это включают в свои расчеты. Но, конечно же, всегда присутствует риск, используя разные и несколько показателей, он есть, особенно достигая вторичной вершины. Поэтому за это время это был довольно уверенный даунтренд, достигший относительно недавно самого низа, с отметкой риска на уровне 1.64, возникший около 12 дней назад. 13 апреля. И даже с учетом этого недавнего показателя 13 апреля, когда социальный риск образовал дно, что нам в итоге подсказывает о том, что все еще есть люди, которые выходят из криптопространства. Еще одна из вещей, которую я много раз наблюдал в крипто-твиттере, и для меня она кажется довольно логичной и понятной, но при этом я активно выступаю против нее. Вы наблюдаете отток подписчиков? Вам тяжело увеличивать приток новых подписчиков? В итоге первая естественная реакция на это может быть у людей такая, что, наверное, что-то идет не так. Возможно, какие-то проблемы с рекомендациями, и люди не приходят. Но на самом деле, и возможно, это неудобная правда, но мы должны о ней все знать. И заключается она в том, что есть периоды, когда люди заинтересованы в высокорисковых активах, а иногда наоборот. И во время цикла поднятия ставок ФРС объем циркулирующих денежных средств сокращается, а иногда даже и ускоряется в уменьшении. В итоге это получается не та среда, внутри которой вы можете ожидать приход новых людей на криптотерриторию для поддержки ралли, достижения новых высот. Люди зачастую выходят, и маловероятно, что они будут усредняться, докупая криптовалюту. За этими процессами есть определенные циклические паттерны. Мы должны понимать, что есть фазы, когда люди более активно приходят в пространство, а бывает, где они менее заинтересованы. Мы об этом еще поговорим более детально, но сначала пройдемся по всем пяти показателям. И первый из них — подписчики Ютуба. И перед вами список YouTube криптоканалов. И один из них мой, я буду использовать его, а не какой-то другой. Но если вы посмотрите на всех нас совместно, то вы увидите наличие медвежьего рынка для социального интереса в криптопространстве. Здесь не учитывается цена. Но что интересно, несмотря на это ралли, Социальный интерес не подрос. Совсем я имею в виду. То есть, по сути, если смотреть на нас совместно, мы теряем подписчиков в какие-то недели. И это кое-что, о чем следует помнить. И здесь среднее за 7 дней. А если не усреднять, то получится вот так. Так что есть люди, которые отписываются, а новых подписчиков довольно мало, и они примерно в середине. Поэтому, если мы применим скользящие средние, то получится что-то такое. И вы увидите, насколько хорошо это показывает место образования бычьего рынка. Кстати, еще один показатель, который сигнализирует о интересных временах в 19-м, не позже 21-го. И я бы даже сказал, что сделала бы ли ФРС то, что должна была сделать, и подняла бы ставки летом 21-го, то, возможно, даже этого ралли бы и не было, если бы ФРС приняла решение ранее. Может быть, ралли образовалась, но гораздо меньше это был бы отскок мертвой кошки, и мы бы не достигали новых вершин, а получили бы нисходящий верх, как обычно происходило. Но бездействие ФРС позволило цене подняться выше и инфляции подняться выше. В итоге мы достигли локальной вершины. Но с того момента, как мы видим, интерес действительно ушел. При этом это не так не похоже на то, что мы видели в 2018 и 2019. -м. Посмотрите сюда. 2018-2019 год. Очень мало интереса. И когда интерес снова поднялся? Когда он вернулся и вырос? В 2020, когда произошел халвинг во время более мягкой финансово-монетарной политики, что опять же, вероятно, произойдет только в следующем году, когда денежная политика смягчится. Значит ли это, что трейдеры не заработают денег на сделках? Нет, скорее нет. Это всего лишь значит, что мы пока еще далеко от фазы, аналогичной той, которая была вот здесь. Еще один способ на это посмотреть. И, кстати, давайте вернемся вот сюда. Если мы посмотрим на новых подписчиков к моему каналу, это вот так выглядит. Так что вы можете увидеть сами, что новый подписчик к моему YouTube-каналу практически полностью иссяк. И здесь все достаточно понятно. И у меня проблем с ругунью на себя никаких нет. Это реальность, это то, что есть, и одна из причин, почему у меня есть проблемы с принятием идеи того, что альт-сезон начался. Альт-сезон, и как многие его помнят, был вот в это время. И в то время мы наблюдали прилив тонны новых участников, огромное количество новых людей. И, пожалуй, распространенная реплика могла бы быть, не следует ли заходить в рынок, когда социальный риск такой низкий. Да, так и есть, все верно. Я вообще большой сторонник того, что стратегия усреднения является одной из лучших стратегий в сравнении с затяжным лонгом. Лично я не захожу в рынок альткоинов, потому что считаю, что они будут истекать кровью по сравнению с биткоином. И если я так считаю, то зачем я пойду в альткоины? Я не пойду. Вот поэтому и не иду. Я считаю, что доминация биткоина будет продолжать расти а биткоин в какой-то степени сможет вас защитить вас от ситуации, когда альткоины в паре к биткоину продолжают падать. Также у меня есть небольшой запас денег для того, чтобы потенциально войти в рынок, если образуются некоторые потенциальные спады вниз, как мы видели в истории ранее. И это, на мой взгляд, хорошая стратегия. Но опять повторюсь, мы не видим здесь огромного притока новых подписчиков, что вызывает вопрос, а кто вообще покупатель? который сможет отправить эти альткоины на значительно более высокий уровень. Вопрос лишь что, могут ли они вскочить немного выше? Да, могут. Но увидим ли мы 50-кратные приросты за будущие полгода? Я думаю, маловероятно. Очень вряд ли. На что, на мой взгляд, все-таки очень многие люди все еще очень надеются. И если мы посмотрим на количество просмотров YouTube, то мы увидим очень похожую ситуацию. Все выглядит довольно грустно. Но обратите внимание на одну вещь. Несмотря на то, что в группе все эти каналы не имеют большого количества новых подписчиков, остается большая база постоянных участников. Так что спасибо. Спасибо за то, что вы остаетесь с нами. И продолжайте смотреть, как я сомнительно спекулирую все эти годы. Благодарю вас. Это также показывает, как база продолжает расти от одного цикла к другому. Вероятно, что мы проведем какое-то время на более высоком уровне, перед тем, как пойти вверх. И, вероятно, через 2-3 года мы будем смотреть на текущее количество и считать его довольно маленьким, как на небольшой всплеск, который будет совершенно несопоставим с тем, что будет в будущем. Я думаю, что некоторые из вас скажут «Нет, Бен, вряд ли». Слишком бычьи взгляды – не в вариант. Даже не думай. Поверьте мне, для меня это возможно – снова смотреть по бычье. Но я все-таки думаю, что нам нужно преодолеть макро-ветра, дующий нам на встречном пути. И как только мы их сможем преодолеть, то я смогу стать гораздо более оптимистичным с точки зрения взгляда на рынок альткоинов. В текущей ситуации это сделать сложно. Мы не видим притока новых людей, поэтому я считаю, что текущую цену удерживают все те же самые люди, которые уже были в рынке последнее время. И вряд ли на это влияют новые. Вы можете увидеть, что количество просмотров на YouTube остается на одном уровне. Теперь давайте посмотрим на меня. Просмотры моего YouTube-канала. Давайте спустимся ниже. Вот этот всплеск был неким подобием моего, моего успеха. По крайней мере, вот этот первый всплеск. Так как мы предвещали летний спад, когда все кричали о 300к. Мы говорили, знаете, друзья, вероятно, мы все-таки пойдем ниже этим летом. Все идет как-то сложно, поэтому, вероятно, мы летом опустимся ниже. И так и было. А когда это случилось, мы предсказывали новые высоты. И мы их тоже получили, хоть и не такие высокие, как мы думали. И давайте будем честными, мы поднялись действительно не так высоко, как я ожидал, и не так продолжительно, как я думал. И действительно это заняло у меня несколько месяцев для того, чтобы эту ситуацию окончательно принять и признать. И когда я это сделал в январе, феврале 2022, то я в большинстве консолидировал свои позиции альткоинов и перевел их в биткоин и в кэш и большее время не находился в рынке альткоинов, в большинстве своих позиций. У меня есть несколько небольших реликвий в нескольких кошельках, почему бы нет, но это не основной мой интерес, но думаю, что я к этому вопросу вернусь где-то в третьем-четвертом квартале этого года в рынке альткоинов. Но возвращаясь к моему каналу и количеству просмотров, это лишь системный даунтренд образования нисходящих верхов. И, возможно, даже и нисходящих низов. Последний раз, когда мы видели вот это движение внизу, июль 2022. Хоть ниже мы пока не опускались. Но все равно вероятность очень большая, что мы снова туда вернемся. Но если мы с вами перейдем на подписчиков Твиттера, это Твиттер подписчики аналитиков, то увидим, что у рынка образуется вторичная вершина. Но, конечно же, это очевидно, используя задний ум. Вот почему я говорю, что социальные показатели на самом деле могут быть полезны в попытке определения того, приходят ли новые люди или это постепенное угасание. И мы видим, что этот спад происходит невероятно быстро после этого движения. И более того, мы опустились даже на более низкие уровни по сравнению с тем, что было в марте 2022. Это был огромный спад. И с того момента активность была на очень низком уровне. И даже если мы посмотрим на среднее скользящее за 7 дней, и в целом мы обычно и используем его, то мы видим, что эти периоды, где люди просто отписывались, это могли быть боты, но это все равно нам показывает, что социальная активность остается очень низкой. А теперь давайте, давайте посмотрим на подписчиков в Твиттере различных криптобирж. И если мы на них посмотрим, то увидим, что здесь у нас также образовался даунтренд. Мы здесь не видим какую-то устоявшуюся силу, да, у нас есть подписчики по некоторым из этих бирж. Кто-то приходит новый, но это не то количество, которое происходит обычно. Суммарно, все эти биржи имеют где-то около 60 тысяч. Если мы посмотрим просто грубо на это количество по этим дням, то в среднем 60 тысяч подписчиков ежедневно являются обычным делом. 40, 50, 60 тысяч. Сейчас это количество меньше. 10, 15, 20 тысяч. Намного ниже сравнении с тем, что было. А теперь давайте посмотрим на подписчиков блокчейна первого уровня. Выглядит вот так все. Ничего воодушевляющего. Идущая бесконечная последовательность нисходящих верхов. Что действительно продолжает меня смотреть скептически на рынок альткоинов. И что я здесь жду, так это формирование дна. Потому что как только это будет похоже на сформированное дно, тогда вы можете сказать, окей. Все, кто собирался выйти из альткоин рынка, уже ушел, и крах рынка альткоинов, возможно, закончился. Помните, многие альткоины образовали новые низы в 2019 и 2020. Многие из них в 2019 и 2020, -м. несмотря на то, что биткоин так не сделал. У него было дно в декабре 2018, -го. но многие альткоины сделали это позднее, так как, на мой взгляд, ликвидность альткоинов заканчивалась в годах перед халвингов и в ранние годы после него. Для их дампа много не нужно, так как отсутствие ликвидности, точнее ее небольшое количество, во время начинающейся спешки выхода участников опускает цену невероятно быстро. Поэтому я жду, чтобы в конечном итоге они сформировали дно. Но как на это посмотреть нам? Если мы посмотрим на исторический риск, мы можем посмотреть на все эти показатели социальных рисков. Давайте я сейчас их все скрою. Это риски YouTube подписчиков. Очень низко. Это просмотры YouTube. Довольно высоко. Находится в процессе падения. Твиттер аналитики довольно низкие. Подписчики Твиттера бирж достаточно низкие. При этом все еще на уверенном даунтренде. А здесь Твиттер блокчейна первого уровня довольно низко, но при этом формирует нисходящие верха уже довольно долго. И если мы эти данные нормализуем между нулем и единицей, объединив их все вместе, то мы получим показатель социального риска вот такой. И текущий социальный риск 0.227. Опять же, он сформировал новый низ. 12 дней назад по состоянию на 13 апреля. На самом деле я это видео делаю 25 апреля, но скорее всего на моем канале оно выйдет уже 26 апреля. Так что 12-13 дней назад. По сути, показатель социального риска образовал новое дно. И я готов спорить, что, вероятно, то, что он сделает, новое дно по мере того, как мы с вами будем двигаться к периоду летнего времени, я бы так сказал. И, возможно, к концу лета, где-то в районе третьего квартала, мы увидим социальный риск опуститься еще ниже в эти диапазоны социального риска на отметке 001. Что будет? скорее идеальным моментом. Так что, друзья, скажите, что вы думаете насчет социального риска. Я знаю, что это не для всех показатель, но он все-таки дает некоторое понимание того, что происходит в рынке. Да, это, конечно, не графики с ценами или с данными с данными деривативов, ликвидаций и так далее. Но, по крайней мере, он показывает здесь присутствующих. Он показывает новичков, покидают ли они пространство, поддерживают ли они идею начала альт-сезона или нет. Если приток идет очень быстро, то обычно доминация в этот момент опускается. А если покидают быстро, то обычно доминация начинает расти. Что, на мой взгляд, является попутным ветром для того, чтобы доминация биткоина продолжала расти а также продолжение процесса истощения пар альткоинов к биткоину и в парах к USD. Поэтому будьте терпеливы, дождитесь, когда социальный риск сможет зацепиться к какому-то подобию дна. И вот к этому моменту мы можем ожидать формирования дна и у альткоинов в парах к биткоину. В общем, друзья, если вам нравится такой контент, не забудьте подписаться на канал и поставить под видео лайк. Плюс посмотреть на распродажу IntoTheCryptoVerse на сайте IntoTheCryptoVerse.com. Ссылка будет в описании. А распродажа закончится до конца этого месяца. Друзья, увидимся и пока.